Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я вам подробно расскажу о NIPT Veracity. Итак, что такое неинвазивный пренатальный тест? Это генетическое исследование, которое определяет хромосомные аномалии по крови матери на ранних стадиях беременности. Сегодня мы конкретно с вами поговорим о тесте Veracity, который производит лаборатория NIPD Genetics с Кипра. Неинвазивный пренатальный тест Veracity выявляет такие синдромы, как Даун, Патау, Эдвардс. Это трисомии по 21, 13, 18 хромосоме. Также данный тест выявляет анеуплоидии половых хромосом. Это синдромы Шершевского-Тернера, Кляйнфельтера, Якобса, трисомии по X-хромосоме и XXY-хромосомы. Также данный тест выявляет микроделеции. Это нарушение участков хромосом. Преимуществом неинвазивных пренатальных тестов является то, что эти тесты проводятся до УЗИ, уже начиная с 10 недели беременности. NIPT Veracity проводится как для одноплодной беременности, так и для многоплодной. Применяется при естественных родах и при цикле ЭКО. Преимуществами неинвазивного пренатального теста Veracity является безопасность как для матери, так и для малыша. И данный тест позволяет измерить фетальную фракцию плода с высокой точностью. Данный тест был валидирован в 2019 году. В исследовании принимало участие свыше 10 тысяч женщин. Результаты научных исследований находятся в свободном доступе. Ознакомиться с ними можно на портале PubMed. Как сдать неинвазивный пренатальный тест Veracity? Есть два способа. Вы звоните на горячую линию Medical Genomics, мы записываем вас в клинику, вы сдаете кровь и ждете результата. Второй способ. Вы звоните на горячую линию Medical Genomics и заказываете набор. Получаете набор и сдаете кровь в любом удобном для вас месте. Мы забираем набор, вы ждете результата. Сроки проведения исследования. Тест проводится 8 рабочих дней с момента поступления биообразцов в лабораторию. Результаты мы высылаем вам на электронную почту. Стоимость NIPT Veracity зависит от выбранной вами опции и региона, в котором вы проживаете. Более подробную информацию вы можете узнать по горячей линии Medical Genomics, либо в чате на нашем сайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы. Мы с удовольствием на них ответим.